Мы в три танка в прошлый раз. Этот самый, ну давай. Кто там? Рарник, давай спекнись на трэш. И пошли бить, короче, трэш. А Пошли в самонять? дальний. Рарник, короче, вырываешься. Морданец. Морданец АФК. Мы сумонили вроде всех, все тут были. Врываешься туда, короче, сейчас ранник подъедет. Я пробудителей заберу, ты всю остальную хуйню. Все, можешь влетать. РДД, пробудители, бейте. Всем привет. Здорово. Можете взять с каунтера, он как раз 4% даст. Он же вармс. Если не хватает на вроде. Ну, если другие будут. Ну, я не знаю, что у него там по приоритету. Он же вроде говорит, давно не играл, да и он в другой гильдии. Нет, он не в нашей гильдии. Там может кто с приоритетом зайдет. Или кто-то из вчерашнего. Да возьми, он варм хорошо дамажит, блин. Просто говорю, если вдруг не будет хватать. Да, да. Горит. Как раз же Аруса не хватало, блин. Да тут вырезки пофиг, тут РБК реет. Подожди, а у нас милики бьют побудителей, а агрессора в РДДшнике? А без разницы, кого хотите бейте. От него отбегать можно, как от Зулджина. Вот смотрите на звездочку. Хоп, отбежал. Хоп, подбежал. А можно стан просто дать. Можно стан дать, есть. Можно сало дать, можно фир дать. Так, пошли вон мобы. В начале инста вон здесь за звездочкой побежали. Вот пробудитель. Зависла релобность. Угу. Я их обычно кайчу, ну мобов этих вообще проблем нет. Вот они кастуют, отбежал и все. Так и милики могут нет. Делать. Я, конечно, не эксперт. Ну, по-моему, просто командиры забирали, а и остальных пиздили. Просто ну, если бы он много апал мобам урона, его бы забирали. Ну, так как здесь он много не апает. Наверное, в Гере, когда героик версию выпустят, может, будет посильнее трэш, но я чуть не уверен. Не знаю. Сейчас надобности в этом нету, абсолютно. Он как... А тут самое сложное, это то, что они откидывают. Самое сложное, это в лезвие не сдохнуть. Иди спалить метки. Не, я имею в виду про трэш. Про трэш. Ну да. Да. Вот вырывайся, рарник, в эту. Ага, прям вырывайся. Где-то там еще пробудитель вот. Булкин, ты в хиле, да? Да, в хиле прям. Нет, конечно, я кот. Что, по рекаунту не видно там или стелс? Может, он букву Х с буквой Д перепутал? ДПС, ХПС. Все возможно.
Нет, извините, я всего пару банок пил, так что я дык. Каждая банка 50 гп. У меня счастье, завтра не я за рулем поеду. Че, два челика так и не находятся, да? Че там на примете есть кто, Нурик? Вот а, еще. Кирос нужен? Код, который? Конечно. Сейчас зайду. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Видите этого скаундрела, блядь? Да погоди ты со... Вот он мне достает ПМ. Погоди ты со... Скаундрел, напиши мне в личку. Ну мне в личку тут анекдоты травит, он занят. Ну, окей. Одному пишет, другому анекдоты травит, блядь. Какой он шутит. Причем я не вижу, кому... Одному пишу, а второму показывает, вы уже писали это сообщение все время на чат. Что-то хуйня, блядь. А не знаю из-за чего. Пошли на сайт. Правильно Тоха сказал, банить пора. Че ты берешь там, Нурик? Да, он заходит, что только сказал. Сейчас буквально минуту не уберем. Ладно, раз минуту, пошли два моба еще убьем. Вот сюда. А там рыбный пир поставили. Ну не исчезнет. А, они пусть идут. А у кого-нибудь квест тут есть, как на рубинную сети? Че, нет квест? Он же одноразовый, нет? Да, одноразовый. Ну кто не был, как бы, не сделал. Шарните, да? О, спасибо. А не было инфы такой, что что-то должны гер выпустить уже вот-вот? Да нет, вроде. Ну, в конце PvP сезона выпустят гер, конечно. А когда сезон кончится? Через два месяца. Через месяц. Короче, они будут растягивать теперь вот это. Ну, они гер выпустят с выходом этот Личевского. Тут кто-то скидывал, видимо, просто блеф какой-то, что прям вот в июле. Не, ну по идее, каждый сезон они открывают новый контент. Но этот сезон без апа шмота. А где ты рыбу ставил? А это не сезон, это половина сезона. Вот первая прошла, сейчас идет вторая. Топа яды есть анестезирующие? А суммон ткнете? На минус хил, конечно. Так в смысле, минус хил жарм сдает? Нет, не минус хил. Там берсо, который сдает. Не, я понял, я просто топ не говорю. Маунт есть, я могу купить. А он давай. И так. Давай, покупай. Я пригласил, поставься шкаф, пожалуйста. Давайте шкаф сейчас засуну. Я даже на убегуке намажу, чтобы сразу скинуть. Если кто-то с первой второй пати хочет в свету подамажить, если вам тьма не нравится, там могу перекинуть вас. Ой, я бы во тьме подамажил Рос. Так что, у нас с Горного Алтая никого нету? Нет, я служил там недалеко только. В Кемерской области, да? В Алейске. Поменял тебя станку. О, все-таки. Че, есть шкаф? Нет, что-то не вижу, а вот он. Тыкайте на суммон.
Мордонец, ты тут? Да. Топа намазал я анестезирующий? Намазал, я сразу на обе пухи кинул. Угу. Сейчас засумонится мордонец и начнем. Так, вот, погодь секундочку. А можно Кейна в первую пати запихать как-то или нет? Я тогда релоад пока пропишу. Вместо кого? Ну, топа, тебе нужны бафы с первой пати какие-нибудь? Какие именно? Ну, я тебя спрашиваю. Гоблин. Вместо танка. Не ждите, Эридар. Ну, Эридар-то, блядь, так есть. А тут кроме Эридара никого. Вместо себя закинул, нормально. У нас во втором пати ни одного Эридара нет. А в третьей пати три, а два Эридара. Чё, фулбаф дали? Я же правильно понял, все милишники во тьме, да, кроме Роза? Да. Нет, Роз во тьме, это другой. Да пока об этом не думайте, я все скажу. Может, еще поменяю что-нибудь. Это. Войт, а в 4 хила тут не вариант? У Айени ожил, я готова уступить. Кто? Кто ожил? Айени. У него приор есть на что-то, он заберет что-то? Да он тоже где-то недалеко. Сейчас гляну по приору что. Да можешь не меня заменить, топовый Кекул, но я тут особо. Ну смотрите, как бы там, если у него приор есть, может кого-то свичнуть. Ну так-то можно. Приор блядь, достаточно высокий, но я думаю, что тут в принципе в 4 хила справитесь, а мне тут особо ничего и не надо. Ну смотрите, думаешь, Айени что ли надо что-то здесь? Айени как будто надо. Хотя да, надо, упадут ретрики, начнут кричать, а у меня приор. Ну давайте, смотрите, там, если ему надо конкретно шмотку, и он по приору там, то давайте, чё. У него до хрена ДПС, это очень облегчит жизнь. Да, и без Айени него магазин фармит, а не рейда. Это без него все убьется спокойно. Не, ну пятый хил желательно, конечно. Два в свету, три во тьме. Жестко. Жестко, да. Короче, проверка и начнем. А мы в ВК 10-ку будем бегать, или в 25-ку будем ходить? Сегодня ГМХМ килла хочет. Просто собирать. Мне кажется, я тут самый не нуждающийся. Я хочу Грула Гер добить. А что мне тогда в хила спрятаться? В Эрдро. Да, давай. Так бы я и разум спрятаться или прям сейчас спрятаться? Прям сейчас. Керус, я тебя с тьмы уберу. Будешь в свету вместе с танком. Вы два милика в свету только. Так, ну давайте суммонем. Ты портал. Мне в я прогружаюсь в Даларан. Ага. Там пишет, что его суммануло уже. Ну, сум пришел. Отлично. Так, а я стрим включал, нет? Дайте Инора, пожалуйста, по сочечному тогда. Респектнулся. Столик маги поставьте, вон киртал, и это, и жрите, пока я иду. Так, я Рарнику тогда дам ассист, чтобы он там, если что... Ага. Рарник, ты там, если что, за главного. Я понаблюдаю. Че там, где он, Айени? А, вопрос сразу. Войт, у ДК сейчас с агро хорошо все? Да. Всегда было хорошо. Им же 10% добавили. Да, вообще пиздец. Жестко стал. Че там, где это Айени? Крестик нажимает Даларан. Нормально все по Эрдро. Да не у всех, не, но они немножко все равно отличаются. Так, сейчас аддон отключу, чтобы он в рейд не спаймал. Все, давайте фулл баф. Еще раз рыбу там, если кто не поел, ешьте. А где она? Я не вижу. Может там встали на нее, не знаю. Поставьте, кто там, у кого есть рыба. Что поставили? Наверное, затыкали. Вон она стоит. Там будет 5 меток, босс будет кидать. Метки между собой должны рейндж держать, как на синдре, знаете, да? И люди другие тоже не должны рейндж держать, иначе вы получите дамаг. И их надо прохиливать. И все. На пул. Вражника, да, как я понимаю, или в тебя? Чего? Кто первым танком идет?
на звездочку напуливаю я. На счет три пуляем. Раз, два, три. Но рарник вообще ДД. Да, ДД. Потом, может, на третью копию спекнем. Ты людям объяснил, что с метками отходить надо? Да. Только что. Просто не все знают. Смотрим 5 меток, красные будут над головой такие. Выбегите с рейда. Центр для тех, у кого меток нет. Давай, рарник, прыгни в танка на этого босса, на следующего. Так, как мы в прошлый раз с вами делали. Ведем через метки. Я через центр вижу, веду босса. Два танка через звезду и через ромбик ведете. Ну, в звезде и в ромбике, соответственно, начинайте. В звезде будет первая копия, ее заберет мордонец. В ромбике... Копия на 33% босса, которая вылазит, ее рарник заберешь. Там, соответственно, бегайте на конях просто изначально, чтобы вам быстрее было до босса добежать, стаунтить. Милики, вы вот станьте вот здесь, где звезда, где вот я на маунте стою, идите сюда, вы отсюда начнете бить. Потому что босса я спущу вниз и поверну лицом на кружок и поведу через кружок на вихрях. Там если надо будет, если будет вырастать. Сучий глаз. Все, при одном или двух дебафах убегаем. При любых дебафах убегаете и набираете рейндж. Бить можно будет все три копии, любые, там, когда все три вылезут, распределитесь, там, чтобы рейндж не нарушать. Это топовое. Спрыгивать, когда буду, с обрыва с этого дашь на пол. Все, запускаю. Цирк приехал. Как он узнал? Все, бейте. Из-под лица уйдите. Касается хилов, там кто вести на вас будет. Он вообще слабо бьет. В Гере, может, повеселее будет. Тебе экстрима не хватает? Будет точно повеселее. Тебе вчерашнего целка не хватило? Вчера была лайтовая целка. Ну да. Сейчас откинула босса. Да, сверху немного попадал. Забери, мордонец, копию. Блять, он издевается вообще. Ладно, через ромбик веди, мордонец, копию свою. А этот рарник переедет в звезду там. Туда копию отведешь. Сейчас до 33% доведем, вылезет еще копия. Так, копия получается что? С левого плеча босса выходит. То есть получается, вот я смотрю на босса, она справа от меня вылезет. Вроде как всегда так было. Ну, чтобы вы понимали, сейчас между вот этими двумя появится третий. Надеюсь, так. Вот смотри. Нет, с другой стороны, значит. Это получается, что с правого плеча. А, да, точно, с правого. И все, и подводи. Звездочки. Можешь поближе провести. Да, забери. Из-под лица только уйдите. Под лицом мобов не стойте. Все, добивайте.
Рарник умер. Рарника уронили, блядь. Я её забрал. Нормально, добивайте. Он далеко где-то был. Сегодня не зыбку дал. Добивайте. А та копия, кстати, забагалась, что-то на меня смотрит, просто стоит. Видишь, боится. А вот побежал. Да не, когда они под героями вырастают, у них фрейм больше становится. Да. Он, видать, забагался. Чё, это... Лучше... Заходите там, кому быстрее зайти. Остальные за звездочкой по стеночке, где яйца лежат, по стеночке. Забегаем внутрь комнаты. Босса не спульте, петок уберите. Так, кто там два приста? ДВБ на меня сразу антифер дашь. На Войда. Рарник дальний, Мордонис ближний вход. Вот откуда мы заезжали, там Мордонис, Рарник дальний, трэш. Там по два моба будут выходить. Чё там, тупо заходи быстрее сюда. И заезжайте в комнату. Дайте по локансу, либо. Бафы обновляйте. Обновляйте. Топ. Кстати, никто не хочет на прошлой, на следующей неделе рогом поиграть? С почтой? Нет, без почты. Принимайте готовность. На счет три пуля. Раз, два, три. Я устала, отдавай антифир по Войду. Подбеги там поближе и дай антифир. Что-то не дает. Ну, ладно. Нан, ладно. Что там фишка с талантом не работает уже? Работает. С другой стороны начинаем. Да, со входа. Мне тут не нравится что-то. Мы не будем его эвейдить, чтобы встать под босса? Я не буду. Я так спулить могу. Во второй пати точно нельзя там хотя бы одного ритара. А Ени есть. Ну если хотите, хуй знает кто там, посмотрите. Ени, я сейчас истерию сразу снял берсерком, когда фир снимал. Я даже не знал, что мне ее кидать будут. Про хилов скажи, кто святук дуа тебе. Да, да, сейчас скажу, секунду. Я тут катаюсь, видишь, вокруг. Так. Первая, вторая во тьме. Я спулю, потом крикер подбежишь, заберешь. Третья, четвертая выходит свет. Теперь по хилам. Мордонис останешься в свету, когда мы в тьму зайдем. И с тобой останется Вероника. ИВБ, ДЦшник, выйдешь в свет на третьей фазе из тьмы. Остальные два Эршама и Эрдру остаетесь во тьме до конца. Вот.
Так, по свету. У кого там голос есть в свету, блядь? Двоица, а тут по тактике что, по кругу бегать и доту выкидывать? Да, выносить доту на край. Это самое... Ну, я в свету тогда буду говорить, что... Нет, там есть хейки. Хейки скажешь там, когда метеор будет просто, чтобы перебежали. Ну и, соответственно, если вдруг кто-то метку будет не выносить, скажешь там ник его, чтобы он выносил. И ВБ диспелишь в свету, только в свету, первую, третью. Во тьме диспелит... Эйкон, подиспелишь во тьме? Лав, я второй раз в РСке. Тоже диспелить? Кто второй раз? На дикурсице, это метка, она магическая. Эйки второй раз в РСке, я могу залажать, сразу говорю. Кто, Эйкон? Да я, Артур, Хейки, говорю. Ты меня посадил на голос и говорю, я второй раз в РСке. Ну ты метеор, ладно, залажаешь. Да, могу, метеор могу, но когда заходить, я не знаю. Ну я скажу. Там только всё, метеор и... я проанонс. Если люди будут стоять просто на метеоре. Ты им скажи, с какой стороны заходить. Короче, смотрите, вот вам пример. Если я захожу с кружка, то вы, соответственно, заходите со стороны звезды. То есть 90 градусов. Можно еще больше, там 110 градусов взять. То есть не с той стороны, где танк заходит. Вот и все, что вам надо понимать. Меточка на мне стоит, меня видно. Да, мне это самое... Декурсить просто сразу все снимать или как? Так, я это сам кто? Все, все, пускай сочные диспелит метки во тьме. Вот. Метки на край выносятся. Смотрите, только в шары не бегите, там иногда лезвие активируется каждые 20 секунд. А тьма это выходит, это в портал, да, убегать потом? Да. Первая, вторая пати. Со второй и до конца, до третьей фазы остаетесь во тьме. Третья, четвертая пати, выходите в свет. По хилам уже сказал. Чек на пул. Так, этот, припоты можете пить, когда я побегу. Ничего не тыкайте на босса, ничего не хильте, ничего не делайте. Ну да, все бы так вопросы задавали. Перебежали. Диспел? Забираю. Угу. Везунчики, мы с тобой, да, Топа? И чё, выкинул? Я не помню этого вообще. Да просто метка не вовремя села, и все, пошли. 2 секунды, метеор, готовимся. Че, вы под боссом не тусуйтесь, он прям под босса упадет, будет неудобно. Перебежали. Надо вас научить подальше стоять. Не знаю, зачем вы так близко встаете. Захиливаем мордотца. Когда скажу, заходим. Заходите со звезды. Угу. Слушай, я про Геру забыл. Давайте Геру. В третьей фазе не даем все равно. Метка, выходи быстро. И в рейд возвращайся. Начинаю крутить. Двигайтесь. Только вперед сильно не забегайте. Вот, ИВБ. Он полукругом может дыхание дать. Так, Керус, ты в свету стоишь, я так понял? Керус. Да, да. С ИВБ и сразу иннером. В свету сразу оставайся. Лезвие 5 секунд, готовьтесь. Стойте там немножко подальше от босса. Чтобы было лучше среагировать. Ага, вот наперед неси. Все, готовься, Мордоне. Сейчас появится босс. Третья фаза пошла. Третья, четвертая на выход. Портал вон сзади вас. Быстрее, быстрее. Тыкаем, выходим. Тьма, вторая группа. Притормозите, остальные все бьем.
И бежали. Все, все бьем, второй объем. Метеору перебежали. Ладно, уже. Вторая группа во тьме, притормозите. На 10 секунд. Все остальные бьем. Все, вторая группа, бейте. Как он полез? Блять, сочный, а ты сдохший? Хей, Кирес и сочного свету. Шаманы, давайте потейте. Маны, тотем ставьте второй кто-то из вас. Когда скажу, зайдешь, пока могут лезвия быть. Не понял, ладно. Масак подал. Сорян. Заходи во тьму, сочный. Все, давай, налаживай тут исцеление. А куда нам сейчас перебегать, интересно? А, все, понял. Перебежали. Не перебегайте, что вы стали? Зачем вы перебегаете, объясните. Метеор еще не падает. Перебежали метеор, вот сейчас был метеор. Вот сейчас метеор на коте. Ну, значит, у меня ДБМ. Окей. Смотрите визуально на шарик, который с неба падает. Там он летит до земли, там. В сторону отойдите. Все, убили. 9 секунд где-то летит до земли. Опа! Ну, хотели говно. Чешку, хотели чешку. Говно, блядь. Хотели чешку. А что же за чешка, покажите? А там два танковская. Можно мы один заберем? Два. Не, среднячок, не вот очень. Давайте. Среднячок, теперь, не может быть. Теперь помолчите немножко, минутку. Сейчас с лутом разберемся и можно дальше пиздеть. Килая, есть там кто на хэпала будет забирать на успех? Потому что двое тапок на хэпала. Один точно на хэпалу отдадим. И я второй... могу на рост забрать, если без ГП. Ну, смотрите, там вот рарник, рос. Кому из вас, может, на хэпал аспек надо? Я просто не знаю, может, есть у вас, нет? Не, без разницы. Килай, а что там? Рарник, он розу готов отдать. Ага. Рарник, ты там разгребись, если что. Все, я тогда розу закидываю. Хэпалу и розу. И чешка, чешка на танка. Ну, мне не надо, рольте там, кто хочет. И, если морданцу не надо, то берите на успех. Не, я тоже что-то не хочу такого. Это чисто РБК танчить. Для коллекции, для коллекции. Не, можно для лича взять. Я на локос я взял бы, но не локом сейчас. ДК и то не особо сильно подходит, не очень тренирует. Точно закинул. Ну, это самое, смотрите, ребята, теперь такой вопрос. Что там на Груль Магик мало людей? Я вот не знаю, Груль Магик двинутся этим же составом? Ну, там плюс-минус один челик. На Магик уже закинут, у нас только Груль там. У нас только Груль остался. А-а-а. Вот Груль, два босса или один? У нас Груль остался и Ануп. Ануп и ВК-25? Груль, два босса. Короли и Грул. Так, ну и что делать будем? Ну пошли, закроем, что делать? Добивать. И я пойду в отпуск. Нурик, ты что там, куда пойдешь? Ну мы в корову пойдем, молча зарабить, если хочешь, можешь с нами. В Коругер или в короб? В Коругер, молча. А, в Коругер. А, ну это мы ходили, которая. Да. Ну так а у вас нам, там... по идее, магик нужен. Ну а у них магик убит. Ну да, это только... и магик мы отдельно, если собирать, только будем, это не знаю. Это, Килай, есть там у тебя, хватит людей на Грул Магик Гер? На Грул точно были желающие, сейчас посмотрим. Меня просили анонснуть. Ага. Только я ИП начислю всем. Ну и пойду тогда Молчазара убивать в Кару Гер, там если что... Будет со сбором туго. Время еще много, еще 2,5 часа где-то есть. Тебе спать не надо.